ночной этаж Киа-Сити. О, это сколько здесь? Это что за военные здесь, да? Или это милиция? Военные. Военные, да? Сколько здесь людей, да? Так, ладно, нам сейчас прямо. Сколько здесь народу? Все сюда приехали, что ли? В общем, Ташкент-Сити переполнен. Видимо, здесь и гости столицы, проживающие в гостинице. Ну и также очень много здесь гуляющих. Вообще столько людей. Угу. В общем, знаете, Ташкент-Сити тут вообще столько народу, я не ожидала. Походу все пришли гулять сюда. О, уже включили, смотрите, фонтаны рядом с дельфином. Ну, днем, знаете, такая жара уже сегодня была. Вечером погода вообще класс. Вечером у нас температура опускается 20, ну, где-то до 18-17 градусов. Поэтому такая очень приятная погода. Вот, смотрите, дети уже прям в воде плескаются. Это, конечно, дети есть дети. Сегодня проезжала мимо, я просто не успела это заснять. Вы знаете, в фонтанах дети уже прям купаются днем, потому что такая днем жарища. Но вот у нас, конечно, вода — это очень большая ценность, потому что летом в жару спасает только вода. И поэтому, если где-то, ну, особенно детвора, это же, они же такие, если видят где-то, что вода, фонтан, все, бегут и прям купаются там. Сегодня, да, вот уже дети купались. В общем, Ташкент-Сити весь, как это говорится, прям кишит людьми. Очень много людей гуляющих. Тихо. В общем, детвора. Вот наша гостиница Хилтон. Офигеть. Интересно, есть. В общем, хочу сказать, что вечер очень приятный. Такая красивая здесь территория.
видите, сама атмосфера очень такая располагает к отдыху, прогулки, поэтому видите, очень много людей здесь вечером, самое благоприятное время для прогулок, поэтому все приходят здесь погулять, отдохнуть, есть мороженого, побегать по фонтанам, так что вот так. Ну вот так вот хотела показать вечер в Ташкент-Сити. На этом будем прощаться с вами. Автобусик запустили, катаются. Гуляет просто.